Канаде и в Америке прошли на ноте такой хорошо, не отлично и не удовлетворительно, это хорошо было. В принципе, у меня были неплохие результаты, и я надеялся на в европейских кубках, это Херенвейн и Инцель, Германия. Я смогу улучшить их, улучшить свою общую позицию в кубковом зачете, но не совсем все удалось. Позиции я не смог улучшить. Сейчас иду где-то в районе 18-20 места в общем зачете Кубков мира. На что могу дать оценку как средний, либо удовлетворительно. Недоволен пока я. Хотелось показать достойное время. Но время, правда, достойное, но место недостойное. Поэтому там очень плотные результаты, где-то в 0,2 секунды до 20 человек сидит. Поэтому один Кулешников отрывается, рекордсмен мира, который парень прыгнул, можно сказать, в другой рубеж, преодолел, вот 34 секунды преодолел. А все остальные ребята в районе еще не смогли преодолеть это. 34, второй результат 34,20. А от 34,20 до 34,50 там уже 30 человек сидит почти.